Москва, наш город любимый, но непростой. Он в буквальном смысле для всех дорогой. Лучший город земли, увы и ах. Буквально зациклен, друзья, на деньгах. Деньги, 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 деньги. Теле2 подумал, нужны перемены. И для начала залез на стены. Мы в наших рисунках ничего не стеснялись. Рассказали, как люди на деньгах помешали. Мы пришли и сказали, хватит, не дело. Переплачивать людям в Москве надоело. Есть тысячи причин любить тебя, Москва. Бульвары, патрики, нескучные виды. Тысячи причин любить. И лишь одна, чтобы ненавидеть. Ты так нам дорога, Москва. Но как недешево любовь к тебе нам стоит. Ты посмотри, Москва, как нас здесь доит. Ты посмотри в глаза мои, Москва. Ведь я люблю тебя, серьезно. Но я плачу. И рано утром, ночью поздно. Плачу? Я переплачиваю за все, Москва. За стрижку, кофе, итальянские ботинки, за сход-развал, страховку, связь, курму на рынке. Стоп! Нам надоело переплачивать, Москва! Я Артем! Денис! Валера! Нина! Рома! Мы хотим, чтобы было по-другому! Новый мобильный оператор Теле2 против переплат. Теле2. Честно, дешевле. Ты посмотри в глаза мои, Москва! Скажи, может, тебе чуть-чуть неловко? Из-за цены на кофе, маникюр, морковку, сырники! Новый мобильный оператор Теле2 против высоких московских цен. Теле2. Честно, дешевле. Но этого мало. Может круче быть. И тогда переплаты решили давить. Ярко идею свою подсветили, чтоб внимание все обратили. По ТВ рассказали о высоких ценах. Вот в таких и таких интересных сценах. Открой глаза, Москва! Ты куда-то спешишь и не замечаешь, как деньгами соришь. Ведь никто внимания не обращает, как телефон наши деньги съедает. Подумаешь, есть дела важнее. И в конце концов не стану беднее. Хватит! Дорогая связь отменяется! Москва меняется! 299 рублей в месяц за 4 гигабайта интернета и 400 минут на все номера России. Тариф очень черный, действует по всей стране. Теле2. Честно, дешевле. Переполнил чаши терпения у населения. Приняли решение не переплачивать за общение. В общем, вы поняли, москвичи нас поддержали. Москва, слушай. Вот так наши офисы в Москве появились. Люди попасть в них очень стремились. Честного оператора давно ждали. Но Теле2 все мало. Еще выше забрались, отправив свою мысль прямо ввысь. Сделали много, не будем скрывать. Нам было, что Москве показать. Просто пришли и правила изменили. О чем не стесняясь всем заявили. И что в результате? Дорогая связь отменяется. Хоть в чем-то Москва уже меняется.